Всем привет, дорогие друзья и подписчики, с вами Яха и... Вайпер. Так, значит, мы сегодня начинаем снимать видеопроходение на замечательную игру Pokemon Emerald. Хочу заметить то, что мы снимаем прохождение на русскую версию, да? Да, ведь. Вайпер, продай, пожалуйста, игру на заставку, потому что у меня уже на заставке. Вот. Да. Так, мы выбрали именно русскую версию, потому что мы будем болтать и как бы между собой, чтобы вы могли читать, что происходит в игре. Так скажем, вам было удобнее. Да. Так, значит. Ну, начнем новую игру. Да. Так, значит, у нас есть профессор Бёрч. Так, меня лоутит, он показывает, рассказывает. Я тоже. Я парень. Подожди, меня подожди, я еще до этого не дошел. Ладно. Так, меня зовут Яха. Я только убиваю. Подожди, еще не нажимай. Яха. Вайпер. Все. Значит, Вайпер. Да. Так, ну, я в грузовике. Сейчас буду. Да, в грузовике. Подожди, я еду тоже. Так, я выхожу из грузовика. А я пока не выхожу, подожди. Я уже вышел. Я тоже. Да. Так, ты меня подожди, если что, ладно? Ладно. Ты сейчас говори, ты сейчас где? Я сейчас уже на, ну как сказать, на втором этаже дома. А я пока нет. Значит так, ставим время на 15:00. 16:25. У нас время 16:25. 16:25, это значит, да? Хорошо. Да, это правильное время. Моя комната мне нравится. Да, нам комната понравилась. Так, мы должны идти вниз. Значит. Так. Показывают нам шоу. Да. Мы с первый раз вообще снимаем парно, и если как бы вам не очень нравится, то вы говорите конкретно, что вам не нравится, просто мы первый раз, да? Ну, вместе как бы да. Да. Так, ну я подожди, я еще в зоне не зашел. Подожди немножко. Может быть, я, кстати, прекрасно знаю, в чем у нас недостаток явный, может быть. У нас очень с тобой плохое качество звука. Ну да. Так, я уже мой прибежала. Да, уже прибежал. Ях, ты можешь видеть, у тебя же на уголке экрана уже видно. То есть, как сказать, в правом, что ли, в верхнем углу у тебя видно то, что... ну, у тебя видно мою игру. Нет, Зоз, я думаю, что когда я открываю твою игру, у меня своя игра, Вайпер. Когда я открываю твою игру, у меня моя игра останавливается. Так, да, какого Покемона ты играешь? Так, слушай, ты сейчас где? Я уже выбираю Покемона. Так, сначала выбирай ты. Ты выберешь, конечно, Торчика, да? Ну, может, Маткипа? Ну, я не знаю, но я в любом случае выберу Трико. Так, выбираю Маткипа. Просто ученый Вайпер в первой жизни выбрал Маткипа. У меня, кстати, стоит по-любому ускорение, то есть дефолтное. Я играю не на обычной скорости, стандартно зажимаю пробел, чтобы у меня ускорение было. А у меня уже установлено ускорение. Вот. Так, все, Зигзагун больше не может сражаться, Маркет 17, X-Pip-Point. Так, ну короче, я уже получил Трико. Я победил уже Берча. Ой, не Берча, то есть, а Зигзагуна, который напал на Берча. Мы, кстати, играем в Pokemon Emerald и, наверное, будем прекрасно знать, какие события будут там происходить, потому что немногие думаю, но мы точно смотрели мультсериал. Да, и мы играли в Pokemon Emerald. Точнее, мы... Ты какую кличку дашь Маткипу? Не знаю. Может быть, так и дам. Такой ник и дам. Не-а?
Так, а я никак не буду называть своего трика. Так, ну сейчас носился найти Мэй. Посмотри, как я его назвал. Не знаю кто. Да. Оригинально. Так, короче, я сейчас буду тренироваться перед встречей с Мэй. Я нет. А я буду тренироваться. Я хочу тренировать трику до 6 или 7 уровня. Я пойду тогда сразу. О, Кучиена! Кучиена мы, конечно, затыкуем! Затолкаем Кучиену, как бы это ни звучало. О, критику хит. Мы просто, я до этого играл, проходил уже, я уже проходил до этого, я вам скажу. Покемон Руби версия полностью. То есть, и Лигу я тоже проходил, вот она Мэй. Но я сражусь перед этим с какими-нибудь покемонами. Да, кстати, о, Вингл! Вон-то! Я поймал, я поймал. Я тоже поймал Вингл, я, кстати, его и собираюсь потом поймать. Слушай, а может ты поймаешь Тейлу, а я поймаю Вингл, ведь у меня же как бы матки, то есть водяной покемон. Слушай, ну у тебя есть матки, просто мне нужен водный покемон, я хочу поймать это Вингл. Ну я, собственно, и... Просто одинаковых поймаем. Да, нам же никто не пришел ловить одинаковых покемонов. Да. Ну вообще по правилам, смотри, дорогие друзья, мы будем играть, скажем так, по каким-нибудь таким правилам, то есть сами их заводить. К примеру, играть вот, скажем, можем ловить одинаковых покемонов, а можем установить такое правило, что мы не будем ловить одинаковых покемонов и играть по этим правилам. Мы можем устанавливать разные правила. Давай, проговори погромче, а то тебя не очень хорошо слышно. А как я могу прибавить громкости? Я могу только громче говорить немножко. Ну, говори погромче. Ладно, значит, нас, может быть, не очень хорошо слышно, а может быть, плохое качество звука, это я предупреждаю. Так, я буду продолжать, тем не менее, играть. В общем, мы будем заводить правила и по этим правилам играть. Также вы можете предлагать правила в описании под... Ну, то есть, не в описании, а в комментариях под видео. Когда у вас наберется, конечно, нормальное количество. А у тебя уже матрик на каком уровне? У меня? Сейчас скажу. Я просто... Так, у меня матрик 6. А еще он у меня не лечился. Ой-ой-ой. Что? Все очень плохо. Что? Проблема в том, что я не лечился, и поэтому я Трико с сколькими хипами? 5 хипами я не смог победить, только потому что я не лечился. Ой, а я натренировался на Трико до 7 уровня, еще под ломой. Нет, я просто не вылечился. Я натренировал Матрику до 6, его вполне можно победить Трико и 6, но я его натренировал... Ну, я его не вылечил, как бы. То есть после предыдущей битвы я его не вылечил. Так, ну короче, давай быстрее это убегай и будем сражаться с Мэй. Так, все. Сейчас. Так. Ну я сначала хожу убить твой бой с Мэй, а потом буду сражаться сам. Че, я сражусь сейчас с Мэй. Трико, выходи. Ой. Точнее, матку. Выходи, потому что я уже привык, то, что у меня в Руби был. Как бы Трико. Вот. Может, ты слышал, я тебя похлопал. Поздравляю. Я... Теперь ты подожди меня, я сейчас буду сражаться с Мэй, хорошо? Ладно, я пока тогда потренируюсь. Ага. Так, короче, Мэй мне хочет научить биться. Ага. Так, ну короче, мой Трико на 7 уровне, он знает уже толчок, а не толчок, пинок. Пинок, злой взгляд и дренаж. Так, мой Трико на 8 уровне, я победил Мэй. Ну ты меня уже обгоняешь. Ну может я это, как только пришел, я сразу начал тренировать своего это, Трико. Так, значит, я пришел в Покецентр и сейчас пойду обратно в Литл Рут. А я уже в Литл Руте. Ха, круто, подожди меня. Ладно, сейчас я поговорю с Мэй. Так, сейчас я поговорю с ними. Мэй! Отправиться на поиски? Так, значит, мне... Я получаю покедекс, наконец-то. Да.
Я еще получаю покеболы. Мам, дала мне кроссовки. Кроссовки для быстрого бега. Ты что, уже там? Подожди меня, ладно? Я тебя жду. Так, ну... Так, нам дали кроссовки, это отлично, и... Сейчас я вурку поймаю. Нет? Лови кого хочешь, твое дело. А я, наверное, больной зигзагона. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня ситуация плохая, я снял чуть больше половины хп у зигзагона. Да, я его поймал. Так, а я пытаюсь поймать... Ой-ой-ой-ой. Но я победил, пока я не... Досада, конечно. Ну ладно. Значит, я сейчас пытаюсь поймать кого-нибудь нормального. По-моему, чьё, наверное, половина темная. Нет, так... О, ворон пол! Так, сейчас. Так, ну я такой ворон ловить не буду, он, три... он второго уровня только. Нет, не хочу дать ему имя. Сейчас я пойду подлечусь. Так вот поймал? Что? Вы ко... Ты кого-то поймал? Ворпла. Покажи. Круто! Поздравляю, маэстро. Так, сейчас. Я сохранюсь. Я что ж попытаюсь поймать Вурпла? Подожди меня, ладно? Так, ну короче, я попытаюсь поймать Вурпла сейчас тоже. И я его поймал, да. Подожди меня, у тебя уже просто два покемона. Ой, три. Ладно. Побег. Слушай, Вайпер, я так думаю, мы уже сняли, конечно, мало, но для первой части достаточно. Что, прощаемся? Так, точно, под конец поймаю Вингула. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты делаешь-то? Четвертый уровень. Нормально. Надеюсь, он не критикал. А ты где нашел Вингула? Ах ты... Так... Просто встретил. Собака вырвался. Тебе везет, а я вот не могу найти Вингула никак. А я вот. Чё, банал? Нет. Я его убил случайно. Ну ладно. Вот, Вингул второй. Так, сейчас я его ударю. Один. Где ж ты их находишь-то? Чего? Он вырывается. О, я его поймал. Я вижу. Поздравляю. Спасибо. А я ищу Вингу. Я думаю, на этом пора заканчивать. Ты так не думаешь? Ну, подожди. Сейчас зайду, да, убей его еще раз. Все, я сейчас... Значит, я полечусь, и все. Мы, наверное, закончим уже. Значит, так я вылечился. А у тебя маки по какому уровню? Чего? А у тебя маки по какому уровню? Матки по 8. Ну тоже. Ладно, значит, ну что, пора прощаться, наверное. Да, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк. Позвать, может быть, друзей. Да, и вступить в группу ВКонтакте. Ну, всем пока, до новых встреч. С вами были Яха. И Вайбер. Все, всем удачи.